Споры вокруг благоустройства Малаховского озера не утихают. На этот раз участники инициативной группы обсудили его дальнейшую судьбу с депутатом Государственной Думы Лидией Антоновой. Жители поселка и представители общественных организаций в очередной раз выразили свою позицию. Какие решения приняты на встрече, расскажет наш корреспондент. Мы все Малаховское озеро знаем с детства и всю жизнь. Это одно из самых красивых мест. Поэтому, конечно, у каждого жителя может быть своя точка зрения. Своя точка зрения у жителей Малаховки есть, и они ее отстаивают уже на протяжении месяца. Главное, о чем беспокоятся люди – сохранение природы и исторического облика жемчужины Подмосковья. Значит, нам нужно определиться, что произошло у нас на озере вот с 1 ноября. То есть вырубка деревьев или чистка леса? Что вырубали? Сухие, больные, аварийные, опасные, паразитический клен или здоровые? Недавно в Малаховском парке проходило выездное совещание. Представители администрации утверждают, на территории вокруг озера большое количество аварийных деревьев. От них придется избавиться. Даже если дерево живое и у него наклон 45 градусов, как сказал Игорь Владимирович, дерево считается аварийным и опасным. В ближайшее время все деревья вокруг Малаховского озера пройдут обследование. Вердикт о дальнейшей судьбе каждого будут выносить совместно с сотрудниками лесного хозяйства и жителями поселка. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.